того, как он посмотрит все узлы в плите, он докладывает мастеру. Утечек газа не обнаружено. Таким должен быть результат ежегодной проверки вашей плиты сотрудниками Мособлгаза. Газовое оборудование проверяется в каждой квартире. За 3 дня с хозяевами согласуется дата и время проверки. После этого он выезжает вместе с бригадой, проводит обследование. Если утечек газа изначально не было обнаружено, он перекрывает кран перед газовыми приборами, начинает техобслуживание, чистит горелки, сопла. Разбирают, чистят, смазывают. Обязательной проверке подлежит и вытяжка. Специальным прибором устанавливается тяга. Скопление угарного газа недопустимо и смертельно опасно. От 0 до 10 эта тяга не работает. Все, что выше 10, это уже хорошая тяга является. Если тяга не работает, то мы обязаны отключить абонента. Даже если плита и вытяжка работают идеально и утечек газа не обнаружено, каждый хозяин должен знать, как вести себя в экстренной ситуации. Об этом обязательный инструктаж от сотрудника в конце осмотра. Вы перекрываете кран изначально, открываете окна, двери, не включаете, не выключаете электрические приборы, не допускаете курения, посторонних лиц, несовершеннолетних детей. После этого звоните по телефону 104 либо 112 и вызываете сотрудников аварийной службы. Срок службы газовой плиты от 10 до 15 лет. По его истечении ее необходимо менять. Именно своевременные проверки квалифицированных сотрудников помогут избежать критических ситуаций. Главное – соблюдать графики осмотра и не бояться открывать дверь газовикам. Мы развешиваем уведомления. Управляющая компания со своей стороны оповещает посредством старших по дому. Мало того, привлекаем именно этих старших по дому для того, чтобы ходили при обслуживании в составе бригады нашей. Зачастую люди видят этих людей и пускают для проведения технического обслуживания. Сотрудники газовой службы напоминают, своевременные проверки, замена газового оборудования и соблюдение всех предписаний сохранит жизнь не только вам, но и вашим близким. При обнаружении запаха газа и других неисправностей обращайтесь по номерам 104 или 112. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».